мы ждем как можно больше публики на наших выступлениях. Это будет живой, интересный опыт общения с музыкой Златы Раздолиной, с ее произведениями. И я тоже буду участвовать в этом концерте. Это будет очень неожиданный вечер, непредсказуемый. Злата – блистательный композитор. Здесь, в Москве, мы проводили в Театре Никитских ворот множество вечеров, посвященных Холокосту, другим мероприятиям. Спасибо.
сказать, впервые вместе окажемся на израильской сцене. Прозвучат отрывки из мощнейшего реквиема Златы Раздолиной. Снимите руки из ям глубоких, из гор трупов всех как один. Слой за слоем поверженные сожженные, облитые известью. Восстаньте! Восстаньте от самого дна! Также Злата будет исполнять песни на мои стихи. Мне шепчет мальчик, не болей, родной полуподвал. И к полунизости своей нас потолок прижал. В травке босиком, в этой жизни, в этой баньке кровь бунтует кипятком. Мне б любовь девчонки Таньки. И по травке босиком. Приглашаю вас на наши концерты, на концерты для своих, и там действительно будут только свои. То есть вы, дорогие друзья. Стучит в окно, но мне уж все равно, теперь не в силах никого я полюбить.